У меня нет большого опыта с гоночными гидрофолами. И устанавливая новое крыло FreeRacer RDB, большого удлинения у меня, конечно, были сомнения, как получится на нем кататься. Но все оказалось несложно. Главная особенность – это чуть большая скорость для выхода на крыло. Дальше крыло легко разгоняется и ведет себя заметно стабильнее на ходах, чем стандартная фрирайдная модель. Ощутимо лучше идет по чопу и легко движется по инерции при ослаблении тяги, что заметно облегчает переступание при смене стойки. Но, конечно, чуда нет, и для поворотов на крыле требуется более плавно совершать разворот, поддерживая натяжение строп. Крыло легко идет по слабому ветру, но выход на крыло требует больших усилий, и чтобы реализовать потенциал продвинутого крыла, стоит использовать доску с достаточным объемом.